Какие фильмы можно посмотреть на 8 марта? Мы подготовили подборку. Если у вас есть свои предпочтения, делитесь в комментариях. На 15 месте сказочный фильм «Золушка», 2015 год. 14 место – комедийная мелодрама «Один день», 2011 год. 13 место – драма «Я люблю тебя», 2008 год. 12 место – романтическая комедия «Кейт и Лео», 2001 год. 11 место – комедийная мелодрама «План Б», 2010 год. 10 место – драматический триллер «Привидение», 1990 год. 9 место – легендарный блокбастер мирового кинематографа «Титаник», 1998 год. 8 место – комедийная мелодрама «Госпожа горничная», 2002 год. 7 место – мелодрама «Гордость и предубеждение», 2005 год. 6 место – биографический фильм «Колет», 2017 год. 5 место – комедия «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год. 4 место – комедийная мелодрама «Чего хотят женщины», 2000 год. 3 место – фантастический детектив-боевик «Дивергент», 2014 год. 2 место – комедийный триллер «Простая просьба», 2018 год. 1 место – комедийная мелодрама «Красотка», 1990 год.